ОГЭ по математике для 9 класса, задание номер 21. Найдите значение выражения «разность а в кубе минус 16а умножить на разность двух дробей, единица деленная на а плюс 4 минус единица деленная на а минус 4». Во-первых, можно вынести за скобки, вот в первой скобке, за скобки можно вынести а. То есть общий множитель вынесем за скобки. И запишем первый сомножитель в виде дроби. То есть поделим это число на единицу, чтобы нам было удобнее работать с дробями. Тогда у нас получается дробь. В числителе мы а выносим за скобки. В скобках остается а в квадрате минус 16. В знаменателе перепишем единичку. Умножить на разность. Найдем эту разность. То есть приведем дроби к общему знаменателю. Тогда общим знаменателем дробей будет их произведение. Произведение этих знаменателей. Получаем а плюс 4 умножить на а минус 4. Тогда числитель первой дроби, то есть единичку, надо домножить на а минус 4. Домножаем сразу а минус 4. И минус единица, которую нужно домножить на знаменатель первой дроби, то есть на а плюс 4. Тогда у нас получается минус единица и умножаем на скобки в скобках а плюс 4. Получилось вот такое выражение, то есть произведение двух дробей получилось. А далее перемножим эти дроби. Для перемножения дробей нужно умножить числители и умножить знаменатели. Произведение числителей запишем в числителе, произведение знаменателей запишем в знаменатель. Тогда в числителе у нас получается а умножить на а в квадрате минус 16. Приводим подобные слагаемые. Да, раскроем сначала скобки, то есть пока раскроем скобки, потом будем приводить подобные. А минус 4 минус а минус 4. А в знаменателе, для того, чтобы было удобнее сократить, вот это произведение запишем по формуле разности квадратов. То есть это будет квадрат первого числа минус квадрат второго. Получаем а в квадрате минус 16. А в квадрате минус 16. И уже видно, что можно сократить на а квадрат минус 16. Можем сократить, получаем по единичке. Тогда в числителе остается а умножить на вот эту скобку. А в знаменателе единица, которую эту единицу уже в знаменателе можно не писать. То есть после сокращения на а в квадрате минус 16 получаем а умножить на скобки в скобках а минус а. Взаимно уничтожают друг друга. Минус 4 до минус 4 будет минус 8. То есть получается в итоге окончательно минус 8а. И теперь надо найти значение этого выражения при а равном минус 45. То есть остается только подставить. Минус 8а равно минус 8. Умножаем на минус 45. Отрицательно умножить на отрицательно будет положительно. И начинаем умножать. 5 на 8. 40. 0 пишем. 4 запоминаем. 8 у 4. 32. И 4 запоминали. 36. То есть в итоге получается 360. А это значит, что в ответ нам нужно записать число 360. Пишем ответ. Ответ 360. Задача решена.